Что касается праздников, то я считаю, праздники должны объединять нацию, а не разъединять. И политических праздников как таковых быть не должно. Поэтому правильно, что отменили 7 ноября, абсолютно ненужный праздник 4 ноября, совершенно непонятный праздник 12 июня, который половина страны не празднует. К этому же относится и 1 мая. То есть, по идее, праздники – это Новый год, Рождество, 23 февраля и 8 марта, как женские дни. Но День Победы – это безусловно. День Победы, именно в День Победы можно было бы отмечать и День России, поскольку это последняя великая победа, которую одержала Россия в такой крупной войне. Yeah.